Дверь была здесь. Спасибо.
сама. А я сама. Есть у тебя вот эта вот штучка лопаткой, которая называется? Я сама собираюсь. Я еще хотела тебя провести, но уже не помню, как это, сколько мне сидеть тут. Да, лифта тебе только, ну, рядом, где там же еще что такое? 11 еще. Вот 11 замечательная маршрутка. А 30-й тут не ходит? Нет. 30-й, подожди, 30-й. Он же туда на эпицентром не ходит? На что? Он вот ходит на Пухово, он на Пухово идет. Нет. А ты не на Пухово разве живешь? А я на Белово живу. Слушай, ты чего, мать? Ты переходишь на ту сторону. Да я помню, ты не там восьмерка, 11-й, все. Угу. Тройка еще. А но тройка заходит через Киевскую. Ну, вывезет к тебе. Да. Я же помню, что что-то на 3 было такое. Можешь тройку еще съесть, если будет ехать тройка, 3, 8, 11. В общем, все, что есть, все. Нет, не все. А что еще? Еще 26-й едет. А, нет, 26-й точно не мое. 33-й едет. 30, даже не знаю такого. Ну, да. Поэтому. Ты приедешь, напиши еще, блин, ну, что ты пишешь. Напишу. Что ты не заблудилась. Хорошо. Разве тут можно заблудиться? Угу. Тут даже если захочешь. Да не заблудишься, да? Так, вроде ничего из собой какого не пригласила. А курёв? Засунула сюда. Засунула. Все, всего тебе хорошего. Так, спасибо. Вам удачи. Спасибо. Вот. До свидания. Все, до свидания. До свидания. Я тебя хоть добьюсь. Ну и пошли. Открываю. Ну, это у меня уже по инерции, понимаешь? Нет, так правильно. Закрыть нужно открыть. Да, очень чувствую. Дерево есть или одна труха выпадает? Ну, стоит, похоже на дерево. Стоит что-то. Ой, что ж делать, если сейчас все такое? А мебель какая сейчас? Ну да. Сейчас все такое. Если дубовое поставить как раньше, так это сейчас в таких денег будет стоить. Что... Так, будет дороже, чем квартира, если все делать такое. Ну да. Да, у меня у мамы стоит еще, когда дед мой покойный делал, да, сам был плотником, делал. Да, конечно, то дерево может и до правнука у моих достоится. Ну да. Но только что же уже вопрос, какое же оно? Угу. А само дерево не рассыпалось, не рассохлось, ничего. И вода на него попадала, а тут только вода попала, уже все, привет. Это да. Так. Так, теперь пробуем саморезы.
чуть-чуть. Так, сейчас мы смешать.